Нали? О, вовремя. Люди надгробия таскают новые грузы. Но для чего? Он снова занялся наркотой? Они вооружены. Лучше не шуметь. Ну. Вообще все пусто. Так, а чё? О, как у вас тут много парней. А кто на тебя смотрит? Вот, безопасно, все четко. Опасно. Это тоже, да, опасно. Угу. Сидят тут, прохлаждаются, да, значит. Включаем. Там еще кто-то. Что еще за дерево? Это что, паутин? А вы так ничего и не поняли. Здесь никого не осталось, он там один типчик идет, самый смелый. Опасно. Кто за тобой смотрит? Не так я себе представлял бандитскую жизнь. Безопасно, забираем его. Это кто тебя смотрит-то, я не понимаю. О, это тоже безопасный стал. Я бы сейчас выпил. Я стал паранойей. Люди надгробия устранены. Посмотрим, что в бочках. Давай посмотрим. Диокс-3. Это же химикат, который подействовал на надгробие. Угу. Зачем он ему теперь? Ё-моё! Просрал эти штуки просто так. Быстрее! Вряд ли это средство от астмы. А. Хватит дышать.
снова чмоки и наркота. Нужно научиться не поддаваться давлению со стороны. Не успел. Эти ингаляторы и Диокс-3 связаны между собой. Проанализирую ингалятор, узнаю, в чем дело. Угу. Ну, такой обычный ингалятор. Так, что тут у тебя? Спектрограмма опять. Угу. Тогда мы вот это вот, вот сюда. А здесь тогда... Что-то я не вразумею. О. Решение найдено. Диокс-3. Диокс-3 плюс спецамфетамины. Неплохой рецепт для временной неуязвимости. Это впечатляет и пугает. На эту штуку будет огромный спрос. А поставщик только один, надгробие. Можно сделать антидот. Интересно, есть ли в грузовике химикаты? Займемся высокой наукой. Вот, одна доза антидота. Ее нужно испытать. Может навестить надгробие в его мастерской?